Этим летом 5 удивительных мест на карте Красноярского края, 5 секретных приглашенных ведущих, десятки поводов собраться в спонтанное путешествие в проекте «Край сокровищ». Мы начинаем. Проект «Край сокровищ» создан при поддержке visitsiberia.info. Ах, все, пойдем толкать. Погнали. Нет, это не выпендривается. Стрессом так играть решил. Марка, это суслик здесь живет, видимо, он замусорил. Побольше бы таких людей, таких отзывчивых, которые всегда помогают. И мир будет лучше. Ой-ой-ой, держим камень и идем. Все, Елена, держите за нас кулачки. Ну его же можно написать, выбить вчера и написать 1950 год. Но вообще-то, ну, вот она. Действительно. Вот она. И здесь невероятно красивая панорама. Реально, развернитесь просто вокруг себя. И здесь любая точка невероятно красивая. Ну, во-первых, мы хотим провести хорошие выходные, хорошие два дня. Классно. Познакомиться с новыми людьми, с местными достопримечательностями, с природой. Маша? Мне кажется, что там местные Мальдивы, судя по фотографиям. Вот посмотрим. Маша мечтает на Мальдивы, да. Но мне, Коля, может быть, обещал, в будущем. Но мы еще как бы ни разу. В путешествие отправляются Николай и Мария Алюнины. Сейчас они руководят рестораном, тратторией и кулинарией «Ля Фамилия». А Николая вы еще наверняка знаете как спортсмена-сноубордиста, серебряного призера Олимпийских игр в Сочи. Уважать ребят стоит с самого начала. Выезжаем в 5 утра. Направление – неизведанный Краснотуранский район. Мы читали про кыргызов, да. Про наш район. Да. Да, и... Короче, подготовить информацию, но у нас не очень получается, мы пока растеряемся. Короче, толком не знаю. Будем узнавать. Огонь. Хорошо. Поехали. Запала у всей команды хватило ненадолго. Стартовали мы очень рано и получили в награду две вещи. Первая – красивейший путь через горную тайгу, которую только-только сбрызгивают лучи солнца. Вторая – все немедленно отключились, и красотой насладился только водитель Толя. Он, по счастью, решил не спать. Возможно, потому что золотые лучи били прямиком в зеркала заднего вида, то есть по глазам. Полная машина сурков сэкономила время на неизбежной в других условиях остановке в какой-нибудь придорожной кафешке. Поэтому следующая точка не успела от нас уплыть. Буквально примчались за 3 минуты до отправления парома. Вот и плывем. Я думаю, что минут 20-25 будем на месте. Паром идет очень быстро, на удивление. Мы вот с Машей прям посмотрели. Если фалом прицепиться сзади, можно даже на плюшке и на лыжах прокатиться. А если договориться с командиром там этого судна, может еще и газу подбавим. Пока в Коле окончательно не проснулся спортсмен-экстремал, отправим ребят смотреть на красоту. А я расскажу, зачем мы вообще так мчали на паром. Помимо того, что это прикольно, водная переправа – самый быстрый и удобный способ попасть в Краснотуранский район. Но тут надо понимать, в выходные не мы одни такие умные, поэтому и торопились попасть на ранний рейс, пока остальные туристы или потихоньку едут, или только просыпаются. Хотя рейсов много. Бесплатный паром делает по 8-9 в день, платный – 6. Ну как платный? За микроавтобус и 5 человек отдали всего 430 рублей. Получили бесценное. Каждый метр воды словно отрезает от всего. И ощущение путешествия наступает уже здесь. Для меня лично Красноярское море – это что-то невероятное. Это очень красивое водохранилище. Мы постоянно с семьей ездим на Красноярское море. Собственно, даже нет желания куда-то ехать в другое место. Ну, классно, классно. Я думаю, каждый километр в левую или в правую сторону – это просто, ну, это просто сказка. Нужно любоваться этими местами. Все, кайфовать. Поехали.
Спасибо за внимание. Погнали. Пока ребята запрыгивают в машину, у нас есть время взлететь Айки-Соколы и осмотреться. Дух завораживает. Налево огромные горы прямо у воды. Направо древний сосновый бор. Памятник природы, кстати. Вообще-то весь район такой. Здесь сложно переплетены горы, степи, леса и глубоко вдающиеся заливы. С одной стороны природное сочетание, отроги восточного Саяна и предгорная Сыдинская степь, с другой – рукотворное море. Команда решила порадовать Машу и начать сразу с пляжа. Но путь туда держим через поселок Анаш. Вы не подумайте крамольного. Скорее всего, это означает привал, остановка на одном из тюркских языков. Но мы разглядываем на ходу. Природа и... Просто заезжают деревни, которые... в которых пропадает птиц. Такое ощущение, что она, эта деревня одна из этих. Что я говорю, хочется жизни и дать. Правильно же говорят, нет, что, потому, что смотри, у нас деревня оценивается по заборам. Если сырое, да, сколочено, да, покрашено, значит все. А вот что точно ненормально, так это добрая традиция проекта «Край сокровищ» — ломануться по приглянувшейся дороге. Потеряться в самом начале — это важная часть путешествия. Покрутить головами, заметить красивую цапельку и немедленно потеряться, а потом закопать машину. Я не хочу машину толкать. Блин, ну, песок улетела, есть. Вот, вот, он меня как будто услышал. Ты реально слышишь? Красавчик. Трелес по сторонам. Ах! Не, он не зайдет, все. Ой, тихо, тихо. Все, пойдем толкать. Погнали. Место хорошее. Рекомендуем, приезжайте отдыхать. Возьмите шашлыки, шампура и рожек. А это и не шутка даже. Если машина справится с песком и горками, то здесь гарантированно получите спокойный отдых на природе без соседей. Кровососущие соседи, кстати, тоже не замечены. Но более пляжный пляж команду все же интересует. Поэтому, немного подумав, ребята таки заметили на карте широченную дорогу, которая ведет прямо туда, на Царь-пляж. Только посмотрите на размеры. Мы приехали. Так, ну что, дорогие друзья, путешествие началось. Мы под Анашой повернули направо. Вот. Давай переснимем, я там уже. Ну, если это так. И приехали вот на такой красивый пляж, где реально можно отдыхать без носок. Кстати, Маша хотела на Мальдивы, вот она сюда и попала. Я тебя поздравляю. Спасибо. С этим. Да. Место замечательное. Мы здесь с семьей никогда не были. И после съемок 100% этим летом мы сюда поедем с палатками, отдохнем вместе со своей большой семьей. Ну, скажи тоже, Маштин. Угу. Я хотел показать, какой здесь прям песок. То есть он прям вот, прям бомбический. Блин, вот я, конечно, не хочу похвастаться, но мы недавно с Машкой летали в Эмираты отдыхать. И мы мечтали, чтобы у нас был вот такой песок. Правда же, Маш? Правда. Ну, серьезно, то есть там прям ужас. А здесь классно. Компания, которая булькалась неподалеку, не смогла не согласиться с Колей и немедленно начала кричать что-то о бутылке у нас, бутылке у них и $100. Даже не знаем, о чем это мы, но Коля решил доплыть и уточнить. Я думаю, может быть, купнуться даже? Почему бы, да? Не, реально. Знаете, как мой друг говорит всегда, жизнь одна, мы живем сегодняшним днем, нужно жить сегодняшним днем. Так что я пошел купаться. Поехали! Холодноватая, да, сначала? А? Живот в тени, попу напряги. Ну, тот берег перейдет сейчас. Часто такое случается, что вы куда-то приехали, Коля увидел воду, и вот его уже нет. Да нет, это он выпендривается. Стрессом поиграть решил. Да нет, ну, конечно, когда классное место, почему не искупаться? Только что-то как-то прохладненько. Тут немножко. Поддержать-то надо коллектив. Забота об облике мужа – это здорово, будьте как Маша. А Коля тем временем тоже побулькал, обсудил какую-то бутылку и выяснил главный плюс этих мест. Здесь мало людей.
Трактовать можно по-разному. Если любите шумный отдых с музыкой, то никому не помешаете, а на вас не будут цыкать другие туристы. Но и если тихий отдых по душе, то найдете спокойное место, где не придется ни на кого цыкать. Вы здесь давно отдыхаете? Вчера приехали. Вчера. Первый раз или часто? Нет, мы каждый год сюда ездим. Каждый год? На одно и то же место. Сегодня поедем попозже, потом у нас скалы спрыгать будут. Ой, здорово. А где это? А туда дальше. Я говорю, оставайтесь попозже вместе съездим. А сколько там метров? Высота? Ну, в этом году, наверное, метров 15. Я не буду прыгать 15 метров. Но звучит это заманчиво. Поэтому команда выясняет маршрут и сразу снимается с пляжа. Ну как сразу? Пару раз плутанули, тыкнулись в камни, тыкнулись в лесополосу, побродили по лесостепи, забрели в лукоморье и получудом уткнулись в красоту. Однако посреди красоты Маше есть что нам сказать. И это нелестный разговор. Мне прям от этого всегда прям некомфортно, потому что у нас такая красивая природа и столько возможностей ее сохранить. Блин, живем в таком веке колоссальном. А себя так ведем. Это я знаю, что это невозможно. Вот тут вот норка, это суслик здесь живет, видимо, он замусорил. Коля хоть и смеется, но Машины взгляды разделяет и помогает собрать мусор. Ребята без шуток за день собрали 4 таких мешка. Не для камеры, а потому что всегда так делают. Кто-то скажет, что это бессмысленно, весь мусор не соберешь. Мы ответим, что это теория малых дел. Не хождение в народ, как ее полтора века назад понимали революционеры-народники, а повлияй на то, на что можешь. Примерно за такими разговорами об экологии и социальной философии команда, ну да, снова заблудилась. Прямо посреди следующей точки путешествия – Анашинского соснового бора, памятника природы площадью почти 6 тысяч гектаров, с собственной маленькой экосистемой и собственной сетью дорожек, выплутать из которых без связи было бы ой как непросто. Благо она была и быстрая. И привела к границе бора и водохранилища. И, по сути, единственной базе отдыха в этих краях. Зато какой! Ну что, дорогие друзья, мы были на диком пляже с той стороны. Отсюда он, если по воде, наверное, километра, может быть, 2-3, если меня не обманывает зрительное расстоятельное... Как оно там? Правильно сказать? Давайте заново. Зрение! Давайте. Мы приехали сюда... на базу, как она называется? Анашинский бор. Анашинский бор, здесь он достаточно благоустроенный. Здесь находятся 3 красивых домика из бруса. Если вы обратите внимание, справа можно повернуть или попозже, конечно. Вот, и мангалы, и какие-то маленькие беседочки, и качели. В общем, все очень удобно. Если вы хотите приехать на правый берег Красноярского моря отдохнуть в непалаточном таком режиме, то welcome. Интересуется, где бутылка? Вот, говорят, куда вы бутылку спрячете? А я не знаю, мы будем прятать бутылку? А пойдем вон в интервью у молодого человека возьмешь, спросишь, давно они здесь отдыхают. Я хочу штаны надеть. Твоё какой-то такой, как будто не корреспондент от СС-прима. Нам провели тут некую экскурсию, показали, что есть здесь купольные домики, которые оборудованы системой кондиционирования, есть чайники, есть санузел, холодильники, санузел, душевая комната. Самое, что прикольное, здесь есть офигительная терраса, все новое, свежее, с бассейном. То есть, ну, насколько ребята молодцы, насколько они сильно стараются для гостей. Важно, конечно же, сохранять здесь порядок, не мусорить, чистоту, как здесь, так и в лесу. Кстати, здесь есть вертолетная площадка. Прям мы вот там заснимем, меня подснимем там с вертолетиком. Да. Ну, для визуализации желаний. Да. Вот. А еще посмотрите, какой прекрасный вид. Вечером здесь будет шикарный закат, на котором можно будет любоваться всей семьей, с любимым человеком, да, с детьми. Короче, очень дикое место, в котором есть комфортная база, где можно отдохнуть. Мы вам рекомендуем это место. Да. Мы потом еще съездим, потом еще прорекомендуем. А пока обед. А пока обед. Кстати, о нем. Советуем взять с собой перекус. Эти места пока, только пока, не очень туристические, поэтому придорожных кафешек или ресторанчиков не найдете. Благо, владельцы базы оказались невероятно хлебосольными людьми. Нас встретили потрясающие люди, да, хозяева этой сумасшедшей красивой базы. Руководители. Да, руковод... Так еще и нас накормили, посмотрите, просто лучше, чем... Осетр, да?
Котлеты. В ресторане. Невероятно вкусные котлеты. Спагетти. Просто бомба какая-то. Ну, это точно, ну, серьезно говорим. Зелень, хлеб, кетчуп, майонез, капучино, американо, чай. Да-да-да. И прекрасный звук природы. Классно. Побольше бы таких людей, таких отзывчивых, которые всегда помогают. И мир будет лучше. Не согласиться тут нельзя. Так что запоминаем мысль и едем дальше. Прямиком в Краснотуранск.